lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl. So, immer noch ist Olivier verloren gegangen. Und dieser andere Vogel, der hat sich beim letzten Mal richtig über uns aufgeregt, weil wir nicht einfach Leute umgebracht haben. Wo ist der eigentlich? Wahrscheinlich warten die alle oben. Wie immer. Ja. So, unsere Base ist immer noch tutti frutti. Mirka. Ого! Рад тебя видеть, Игорь. Слушай сюда. У меня есть просто... Ich hab mal überlegt kurz, was ist, wenn Olivier der schwarze Stalker ist? Ну да, конечно. Das glaube ich nicht. Звучит очешуительно, как всегда. Вот только не надо. Лучше скажи спасибо, что кто-то думает головой, пока ты там бегаешь. В общем, слушай. Думаю, пора завалить их самую главную шишку. Умираю от любопытства. И кто сегодня возглавляет твой список? Барабанная дробь? Генерал Козлов! Den holen wir uns Верховный арабский выродок! Прикончим его! Пускай заплатит за то, что он сделал с моими друзьями! Ну и за другие подлости, само собой! О них тоже нельзя забывать! Друзья? У тебя? Это что-то новенькое. Das ist gemein. Очень смешно! Этот урод и его прихвостни прикончили моих друзей. И не смей начал шутить об этом, урод. Ясно? Нас схватили. Ja, ich habe verstanden. Пытали. Одному мне повезло. Они избили меня и бросили умирать. Okay. Frag nach Kostlows Verbrechen. Что случилось? Was ist passiert? Он решил, что мы отбросы, от которых можно вот так просто избавиться. По его приказу пытали и убили моих друзей. Я выжил. Ну, может, не без последствий для башки, как знать. Короче, скоро нам подвернется отличная возможность отомстить этому выродку. Dann legen wir gleich mal los. Он будет выступать с пафосной речью перед своей армией уродов на площади Ленина. Я сторонник чистой работы. Но застрелить его, как какого-то оленя, было бы ошибкой. Сначала нужно вытрясти из него как можно больше, чтобы подготовиться к атаке. Пароли, коды, протоколы охраны. Das stimmt, hat er recht. А вот когда он все расскажет, можно будет его прикончить. А еще я хочу спросить его о Руслане. Хочу понять, зачем ему понадобилось убивать человека, который всего лишь хотел устроиться на службу. Мы выдернем зубы крысиного короля. Один за другим. Козлов. Один из самых острых его клыков. Но сначала нужно будет его допросить. Его убийство сейчас перечеркнет все усилия, которые мы затратили на то, чтобы вызнать его планы. Подробности о конце света и все прочее. Козлов нужен нам живым. Слушаю ваше предложение. С этим я могу помочь. Сейчас лагерь расположен в энергетике. Бывший дом культуры. Там два входа. Главный вход, само собой, хорошо охраняют. А вот на боковой ставят только двоих. Тебе это место знакомо, да? Я жил здесь когда-то. Хотя многое уже забылось. Найти несложно. Но эти гады из НАР чувствуют себя как дома. Так что в главный вход даже не суйся. А вот через боковой можно проскользнуть. Там очень слабая охрана. Okay. Это даже оскорбительно. Так что это твой выход. В смысле, вход. Козлов обосновался на верхнем этаже. Когда окажешься внутри, наверняка легко сумеешь проскочить мимо охраны. Меры безопасности у них просто куром насмех. Как и всякие фашисты, они зажрались. Им не приходит в голову, что кто-то подберется так близко. Но там волен бьёт мало в тизоке. Если повезет, он их там всех усыпет. Это прекрасная возможность, мышонок. Слуга крысиного короля останется один. Der Handlanger des Rattenkönigs dachte, Kostlov wäre der Rattenkönig. И ты нанесешь удар. Настало время вселить страх перед великим крысоловом в эти черные и сохшие сердца. Ладно, я готов пообщаться с Козловым. Okay, dann lass uns los. Du hast nichts mehr zu sagen, dann lass uns endlich an die Arbeit gehen. Okay, Zentrum von Pripyat.
Was haben wir denn da? Ach so, das haben wir auch noch, ne? Ich dachte, wenn er das macht... Na. Na komm. Das schafft er ja wohl, oder? 70% sind noch eine gute Sache, dass er schaffen kann. So, jetzt geht's los. So, holen wir uns den bösen Kost. Козлов. Мало кого так ненавидят в зоне. Он безжалостен, но на мыслителя не похож. Несмотря на интеллигентный вид, он просто бешеный пес, которого Нар спустила с цепи. И все же ты можешь узнать у него много полезного. Возможно, он твой пропуск внутрь станции. Окей. Lass uns loslegen. Ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Lass mich hier rein zu Козлов. Das sieht aus wie ein Arschloch. So gerade. Mhm. Okay, los geht's. Ich dachte schon, da läuft jemand rum, Alter. Gleich direkt, du weißt, du spawnst du gerade. Was ist los, Igor? Was ist los? Козлов собирается покинуть базу Нар. Удачно он выбрал время, скажи. Не то слово. Значит, план меняется? Иди в отель Полесье, верхний этаж. Там отличная позиция, хороший обзор. Сможешь легко выследить Козлова. Хорошая идея. А Ваня не тёпит? Отлично. Так и будем действовать. Это приблизит нас к свершению Крысиного Короля. Ты чокнутый старый хрыч, таракан. Но ты мне по душе, потому что любишь баламутить воду. Работать с тобой одно удовольствие. Может, ты далек от просветления, Сашко. Но зато сердце у тебя на месте. Man labert nicht so viel rum. Ist er nicht tot? Oh Scheiße, jetzt habe ich hier richtig Mist gebaut, wa? Ducken, ducken, ducken. Oh, ich hänge fest. Hm, als ob du mich hier siehst, du Penis. Wo bist du? Он там долго не просидит. Всем быть начеку. Найди его! Живо! Мы в укрытии! Осторожно! Ganz nah war das, ne? Bescheiden. Also, warte mal, ich habe ihn gerade gesehen. Gerade habe ich ihn gesehen. Da. Ich glaube, ich habe alle. Ja, ja, Tom Jean. Nicht immer so voreilig. In dem Fall war es ja Gold wert. Da hat es ja echt gut funktioniert gerade. Dann mal aufscannen hier. Alle Soldaten, die wir noch nicht ausgelootet haben.
hätte nicht gedacht, dass so viele sind auf einmal, ja? Was hast du erwartet? Ne, wir wollen Kostlov greifen. Und es sind natürlich dann nicht so viele, ne? Ist klar, Tomji. Mhm. Bisschen durchgeknallt bist du ja schon, ne? Ja, ja, ja. Ey! Dann nehmen wir alles mit hier. Dein Helm? Ne. Aber den würde ich gerne mitnehmen, solche Sachen, ne? Da hätten wir noch zwei Stück. Den. Und. So. Schrumpfletten hatten wir auch am Start. Immer schön aufpassen. Immer schön aufpassen. Sehr gut. Nochmal einmal checkt die Umgebung. Gut, gut, gut. Das haben wir gut gemacht. Haben wir das? Das ist das Lager, ne? Aha. War bestimmt der Vordereingang, wann? Oh, Alter, bleib doch hier nicht so hängen. Das ist. Ah, guck mal, da oben sind die ja noch hier von Call of Duty, die Jungs. Oh, oh. Da sind ja wirklich viele Soldaten noch. Oh, Alter. Wo bleibt man überall nicht hängen, Mann? Okay. Soweit, so gut. Das ist der Seiteneingang, der nicht so gut bewacht ist. Da bin ich immer gespannt jetzt, ne? Guck mal, hier haben die auch Generatoren. Müssen wir. Ach was. Ne. Ja, der sich der Typ umgebracht. Liegt der hier noch? Oh Gott. Gut. Sehr gut. Da ist er. Da sind seine Soldaten auch. Die würde ich gerne. Я на верхнем этаже. Нашел здесь бинокль. Отлично. Удача сопутствует храбрым мышатам. Вижу его, генерал Козлов собственной персоной. Главная крыса. А okay, теперь слушай внимательно, мышонок. Ему нора в здании справа от тебя, на верхнем этаже. Пора действовать. Соберись с духом и вперед, мышонок. Мне бы помощь не помешала. Что-то, что отвлечет их внимание. Да. Выманить остальных хищников подальше. Хорошая мысль. Используй генератор, чтобы запустить колесо обозрения. И они слетятся к нему, как мотыльки. Как мотыльки? На минуту-другую это может их и отвлечет, но ненадолго. Есть идеи получше. А то. Надо наоборот. Отключить генератор. Это их ослепит. И ты сможешь без проблем пробраться мимо охраны прямо к цели. Хм. Das ist ja Mist. Riesenrad oder Dings? Ich weiß nicht. Jetzt sind wir extra hier hochgegangen, damit wir das sehen können und dann wieder runterzugehen? Oh. Unspektakulärer geht es ja wahrscheinlich gar nicht, wa? Ich dachte, wir knallen hier von hier oben aus ab. Warte mal, war da nicht gerade noch irgendwas? Ja. Oh. Überall bleibt man hier hängen in diesem Missspiel, Alter, ehrlich.
Was? Der Kampf. Scheiße, haben die gesehen, ne? Mist. Okay. Das ging doch gut. Das Gute daran ist ja, die Leichen sehen sie nicht. Und ich krieg dafür ein neues Level. Klasse. Okay. Was? Achso. Wie vorsichtig, Tom G. Wie vorsichtig. Anstatt be careful, be vorsichtig. Be really, really vorsichtig. Ach, wie schön. Okay. Drei Soldaten weniger. Wir müssen hier irgendwie hoch. Darum gibt's. Da gibt's einen Weg hoch. Längst hoch. Ach, ich dachte, das wäre so ein Pool, aber es ist einfach nur verfuckt nochmal nass, ey. Oh. Die Jungs schon wieder. Die haben ja schon mal alles. Oh oh. Ausgeräumt. Scheiße, jetzt sind hier Tisch und Stühle, ey. Keiner mitbekommen. Sehr gut. Wo soll da jemand sein? Aus. Boah. Statt dass er über den Tisch rüberspringt und so ein Schrott. Nein. Bloß nicht. Die haben diese Dinger hier hingestellt, wie ich das auch getan hatte. Ich will nicht, dass jemand lebt. Einfach nur damit er mich nicht kriegen kann. Tja. Was? Okay. Oh, scheiße. Das Wort jetzt gehört. Soll nämlich doch suchen. Kann grad nicht, ich bin beschäftigt. Finger weg. Der Zufall hilft, aber da ist noch einer irgendwo.
Так, я снова. Gibt es nur eine verdammte Nebenquest irgendwo hier unten? Sollten wir vielleicht mal uns angucken gehen. Einer ist da noch. Wiegt dich nicht so sehr in Sicherheit, Tom Jane. Das wird nichts. Verdammt, wieso denn jetzt eine Etage höher? Seid ihr doof oder? Ne, genau hier. Scheiß Readme-Datei. Okay, wir haben es gelesen. Sehr gut. Wieder was gelernt. Oh nein! So. Weiter geht's. Der müsste ja bald gar keine Soldaten mehr haben, der Kostloff, wa? Pilze. Von hier oben waren einige Soldaten am Start, aber... Die sind weg. Oder tot. Scheißdreck. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Hm, das ist blöd. Hier. Vorsichtig, Tom G, ganz vorsichtig. Check jeden Raum ab. Wow, hier hat er so ein Büro drin gemacht. Das ist ja so ungemütlich. Turnhalle, ja. Wir erinnern uns an die Turnhalle. Der hat gar nichts mitgekriegt hinten. Sehr gut. Genau da. Ладно, я у генератора. Тени вырвались! Ад какой-то! Огонь! Огонь по готовности! Шайте голову! Сюда! Не прекращать огонь! И все больше! На 6 часов, осторожно! Я отключил генератор! И тени вырвались из клеток! Чем заняться? А ты с случаем темноты не боишься, а? Не, серьезно, будь начеку. Этим тварям пофигу, кого сожрать. Also keine Verbesserung. Scheiße. Das war jetzt echt doof, ne? Und der Rattenkönig, stolz wie Bolle, wa? Hätte ich mal gesagt, hier, wer ist der Tarakan? Zumal der Shadow beliebt war eben gerade nicht hier. Oh. Rechte Position. Что происходит? Даже не пытайтесь, генерал. Вы не успеете дотянуться до оружия. В разговорах с вами я не заинтересован. Мне нужно найти Татьяну, а вы стоите у меня на пути. Правда? Вы произнесли всего несколько слов, но уже по ним я могу определить, что вы понятия не имеете, что здесь происходит. Да ладно! Он просто пытается выкрутиться! Убей его сейчас же! Не дай заморочить себя! Нам его не мытнем! Прошу прощения, генерал. Обычно я так не поступаю, но вы не оставляете мне выбора. Стойте! Вы совершаете огромную ошибку! Я могу о многом рассказать, сообщить полезные сведения. Лживый ублюдок! Заканчивай с ним! Вы хотите узнать о Татьяне, так? Тогда я тот, кто вам нужен. Давайте поговорим. Reden wir in unser Base. Nimm ihn mit. Entführe Kostlov. Ладно. Считайте, что я купился. Надеюсь... У вас действительно есть все ответы. Вы рассчитывали меня впечатлить? Я видел такие раньше.
Не усугубляйте свое положение. Шевелитесь. Sehr gut. Das kann ja Michael immer mit ihm machen, was er möchte. Ne, das ist mir egal, ob ihm das gefällt oder nicht. Wir haben Koslov. Значит, вот так это выглядит изнутри. Удивлены? Выходит, не такой уж вы всезнающий. Ну, скажем так, базы террористов не моя специализация. Но я знаю все, что мне нужно. Это что, семейный совет? Очень жаль. Я думал, мы поговорим как мужчина с мужчиной, профессор Хеменю. Что за нахер? Зачем ты притащил сюда этого урода? Ты должен был наказать его за то, что он натворил, и оставить его труп в наседании остальным. Мой дорогой друг, полагаю, ты ждешь, что я тебя узнаю и извинюсь за то, что сделал. К сожалению, вынужден тебя разочаровать. Я понятия не имею, кто ты, и мне совершенно плевать. Как поживаешь, старик? Все гоняешься за своими призраками? Удалось найти этого сказочного крысиного короля? Зря ты не остался в больнице. Там хотя бы хорошо кормили. Сашко Горобец, уважаю твое мастерство, но вряд ли смогу тебе помочь. Или твоему брату. Ну это мы еще посмотрим. Все, с приветствиями закончили. Тогда к делу. Вы кажетесь самым здравомыслящим в этой банде неудачников. Я надеялся, что мы сможем побеседовать как цивилизованные люди. Я знаю, что вы делаете. Это не очень умно, не оригинально и определенно не сработает. И что же я делаю? Я всего лишь профессионал, который оказался по другую сторону от вас. Я выполняю свою работу. У меня есть племянник, и я очень по нему соскучился. Так что вперед, задавайте свои вопросы. Когда вы закончите, уверен, мы придем к какому-нибудь соглашению. Твой племянник. Расскажи мне о нем. Ему 10 лет, он из Магнитогорска, как и его отец, как и я сам. Я в жизни не встречал таких сообразительных мальчишек. Ни на секунду не поверю, что вы способны причинить ему вред. Это на вас не похоже, профессор. К тому же вы не знаете, где он сейчас. Не думайте, что знаете меня, Козлов. Это не так. Расскажите мне об экспериментах. Чем Семенов занимается в лаборатории? Я бы с удовольствием, но я занимаюсь поимкой нарушителей, а не исследованием. Моя задача – убедиться, что Семенову никто не мешает работать. Вы лжете. Я все видел. Я сам изучал чернобылит. Как вы можете заявлять, что ничего об этом не знаете? Кое-что мне известно, это так. Я знаю, что он может служить неисчерпаемым источником энергии. Может использоваться для перемещения, или в медицине, или как оружие. Но я не знаю подробностей. Я не ученый, я просто старый солдат. Да, пожалуй. Послушайте, мы с Семеновым не приятели. Он делает важные открытия, но какой ценой? Напоминаю, именно Семенов сорвал эксперимент, из-за которого тени ворвались в этот мир. Окей, so läuft das also, знаете, сколько людей потерял, отбиваясь от этих монстров? Не спрашивайте меня, откуда эти чудовища появились. Я понятия не имею. Может, вырвались из кошмарного сна? У Семенова комплекс бога. Он верит, что может улучшить человеческий род. Смелое заявление, особенно в этой стране, вам не кажется? Мы почти столетие прожили в тени тех, кто мечтал превратить нас, обычных людей, в некий идеал ангелов небесных. Я давно живу, я многое видел. Вы должны понимать, почему я с сомнением отношусь к таким замыслам. Семенов – источник идей. Да, но не он в ответе за те зверства, которые творятся в зоне. Das это ваше рук дело. Вы вроде не дурак, Хеменюк. Как вы купились на эту чушь? О чем вы? Что бы вам ни сказал Семенов, он тот главный кукловод. У него огромное влияние на совет директоров. Совет директоров? Люди с большими деньгами в итальянских костюмах, которые делают деньги из денег. Семенов убедил совет, что может превратить НАР в миллиардный бизнес. Он буквально принес им благую весть из мира инвестиций. Но Семенов не хватает людей.
не пытает их, не наполняет братские могилы телами гражданских. Ein Argument. Это делаете вы. Неудивительно, что вы получаете искаженную картину, раз слушаете только одну сторону. Да вы что? И какая же у вас версия событий? Это зона боевых действий. Я отвечаю за безопасность своих людей. Я делаю свою работу. Случайные потери неизбежны в любом конфликте. Но поверьте, я сыт по горло страданиями гражданских. Я. И я все усилия прилагаю, чтобы свести эти потери к минимуму. Окей. На самом деле меня интересует только одно. Где Татьяна? Тот самый призрак, за которым вы гонитесь? Красивый сон? Я не знаю, что сказать. Вы начальник службы безопасности. Неужели у вас нет доступа ко всему, что происходит на АЭС? Профессор Хименюк, послушайте меня. Я здесь ради денег. Хочу выйти на пенсию в приятном местечке и отправить племянника в университет Лиги Плюща. Я не интересуюсь ничем, что не касается напрямую моих людей и моей работы. Если вы не скажете мне, клянусь, я... Я не могу сказать то, чего не знаю, профессор. Семенов главный по этой части. Разговаривайте с ним, если хотите узнать про эксперименты или про барышню эту, Татьяну. Окей. Как мне попасть на станцию? Вы ставите меня в неловкое положение. Хотите, чтобы я выдал информацию, которая приведет к потерям среди моих людей и сотрудников гражданских? И вам хватает наглости говорить о потерях среди гражданских? Не могу поверить, что вы решили разыграть эту карту. Повторяю вопрос. Назовите пароль и отзыв для входа на станцию. Не глупите! Вам с вашей бандой бродяг никогда не выбраться со станции живыми. Мне плевать. Вы знаете, где мы сейчас? Нет, я не представляю, что это за место. Давайте пропустим игру в угадайку, и вы просто мне объясните. Сейчас мы в туннеле между двумя сингулярностями. Такой маленькой черной дыре. Этот туннель позволяет срезать путь во времени и пространстве. Потрясающе, правда? Но чтобы им воспользоваться, надо знать, как войти и как выйти. А, я понимаю, к чему вы ведете. Уверены? Мне даже не нужно вас убивать. Я могу просто оставить вас здесь. Но не рассчитывайте на скорую смерть. Растяжение времени этого не допустит. Вы никогда не увидите племянника. Но, может, я выпущу вас перед его похоронами, когда он умрет от старости. Вижу, жестокость ваших сообщников передалась и вам. Что ж, хорошо. Теперь вы готовы сотрудничать? Если обманете, я вернусь за вами, и одними разговорами дело не кончится. Пароль – мы укротили бурю. Отзыв – и оседлали гром. Спасибо. Рад был с вами побеседовать. Okay. Вот только что теперь с вами делать. Сначала я хочу задать ему пару вопросов о Руслане. Он мой! Я отправлю его в ад самой долгой дорогой, сволочь! Он всего лишь инструмент в руках крысиного короля. Он сказал все, что мог. Нельзя отпускать на волю эту крысу. Отныне он еще более опасен для нашего дела. Lass ihn laufen, tötet ihn. Oh, ist so gefährlich, wenn am Leben ist. Aber ich bin wirklich so tief gesunken. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden. Ich finde töten, doch eigentlich hat er es verdient, ne? Aber ich glaube ihm das, was, wie er sagte, von wegen, er ist nur ein Typ, der versucht eben halt mit Geld seinen Lebensabend angenehmer zu gestalten. Я не убийца. Я убивал только, если у меня не было выбора. Вы можете идти. Благодарю. Я знал, что вы рассудительный человек, человек чести. Что дальше? Вы уйдете из НАР. Исчезнете. И никогда не вернетесь.
Иначе у нас с вами будет еще один разговор, который закончится совсем иначе. Меня волнует только мой племянник. Вы больше никогда меня не увидите, клянусь. Tja, das gibt Ärger. Das gibt Ärger bei uns im Kollegendasein. Ja, aber warum töten? Er hat, ich glaube ihm das, ne, tatsächlich. Und das sind die Worte, die eben halt mich davon überzeugt haben, dass er wirklich eben, ja, gehen wird. Tja, wir sind psychisch und links am Arsch. Und er hat wieder Chernobyl gefunden. Sehr gut. Medizin und Essensvorräte. Sehr gut. Egos Effekte werden stark, wenn er das nächste Essen bekommt. Ja. Hör auf so flennen, Junge. Tja, das ging ja gut. Also, einigermaßen. Finde ich. Also, so schlimm war das jetzt nicht, ne? So, Kinderchen, das war's wieder für heute. Wir haben tatsächlich den Koslov gefangen gehabt. Tja, und alle machen sie ihr Ding weiter und keiner hat irgendwie was dagegen gehabt, dass wir ihn wieder freigelassen haben. Was natürlich nicht schlecht ist. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss.